Сегодня 27 августа, и я сажу чеснок. Да, я всегда так рано сажу чеснок, и он у меня всегда вырастает отличный. В прошлом году посадила 28 августа. Грядку я готовлю заранее, добавляю торф, суперфосфат и доломитовую муку. Немножко добавила. Почва у меня кислая. И эта грядка постояла у меня где-то дней 10. Сегодня я посажу чеснок. Муж мне сделал такое устройство. Расстояние между зубками 15 сантиметров, а глубина 10 сантиметров. Вот такие грабельки с 4 палочками. И очень удобно делать лунки. То есть просто нажимаем. Почва легкая, рыхлая. И все, луночки готовы. Следующее. И так. И так далее. Так, ну а чеснок я подготовила вчера. Донце очень важно удалить. Донце с этого года, то есть чтобы они как можно быстрее проросли, быстрее укоренились и хорошего качества зашли весной. Все в луночку укладываем. Вот они отлично заходят. И потом я закрою их и немножко присыплю слоем опила. Каждый год я присыпаю опилу. Но обычно они не вымерзают. И отличного качества растет чеснок. Чеснок на посадку я отбираю самый крупный. Но в среднем зубчике есть по 20 грамм, есть чуть меньше. Ну, самые, в общем, самый лучший чеснок. Вот. В головке где-то 5-7 зубчиков таких.